Так, ну смотри. А что у нас там? Ничего не найдено? В смысле? А вы мне дали кристаллы эти или что? Так, а сколько у меня было кристаллов в начале? Ну ладно, пусть будет, как будто дали. Ну все, наверное, будем заканчивать тогда игрушку. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока. Так, ребята, поиграем в Hills Climb Racing, хотел сказать. Нет, Hills of Steel игрушка называется. И они немножко ее обновили. Слушай, и у меня обновилась игрушка эта. Даже хотя я не нажимал на обновление. Ну ладно. Играю я за Арахнида. Очень много танков сейчас будет. Да. Немножко поиграл я. Посмотрел, что-то как. Получается, кепки вот эти, они все скидываются. Но лица немножко, кажется, измененные, да. А раньше они такими не были. Какие-то немножко детские, да, лица стали. Ну ладно. Как бы я даже сначала играл и не обновлял игрушку. Она сама обновилась, кстати. Поэтому как бы как-то так. Так, волна. Волна у меня есть мощная. Ох, нифига, как я всех поуничтожал. Да, ну здоровье у меня уменьшилось. Сейчас, скорее всего, меня убьют. Да, убили. 148 монет я заработал. Так, опять у нас титаны. Так, у меня тоже, кстати, титан. О, какая у нас окраска классная. Черненький. Черненький два танка. Так, этого сейчас буду прожаривать быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой. А, нет. Блин, мне нужно... А, не успел я даже. Лучше бы я ему успел бы, отдал бы. Ремкомплект. Да. Ага. Че это такое? Так, сохранить. Да, нет, нормально все. Все нормально, ничего страшного. Так, давайте откроем сундуки. Посмотрим, что в сундуках. У нас еще два сундука есть. Так, атлас, атлас, конец. О, большой-большой открываем сундук. Что же там? О, увеличение на мамонт. На мамонта. Так, а где у меня этот самый, как его, слушай, вот у меня Тесла. Давай прокачаем Теслу. Так, все, Теслу максимально прокачали. И прокачаем мы ремкомплектик. Так, а ну-ка, пойду-ка я на Тесле, на Тесле. Молнией постреляю. Так, отправляется дружище наш. А ну-ка. О-о-о-о, блин, как быстро меня уничтожили. На Тесле-то. Офигеть. Минус 7. Ну ничего, сейчас мы отыграемся. Сейчас отыграемся. Сейчас еще возьмем Теслу. И пойдем на Тесле. Мочить. Мочить всех подряд. Так, стану-ка я сюда. О, давай прожаривать. Блин, убили моего. Моего убили. Давай, где у нас энергия-то вся? Ага, меня опять убили. Да как так? Так, поиграем в Hills of Steel. Так, здоровье у меня максимальное. И нам дадут еще алмазики за этот бой. Ух ты, Катюша, ну все, ребята, мне должен уничтожить Катюшу эту. Танк. Какого ты у меня забрал этот самый ремкомплект мой? Нифига себе, гад. Мой ремкомплект забрал. Ну молодец, что уничтожил. Скоро мы 5 алмазиков получим. Так, продолжаем. Давайте возьмем черную окраску. Так, титан и кобра. Кобру сейчас мы... А вообще надо титана уничтожить. Он самый крепкий здесь. Так, кобра, кобра, кобра. Давай, 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 поджарим мы тебя. Так, титан. Давай, подъезжай сюда. Во! Так, коброчку я уничтожил. И титана сейчас я буду уничтожать. Блин. Давай, нам подкрепиться срочно.
Так, все, я его прожарю сейчас. Опа! Есть победа. Прожарили мы Титана. И идем дальше. Пока играю я за Титанчика. Матвей. Ну пошли, Матвей. Поиграем. Опачки, какие вы все злые, смотри, а. О, у нас тоже напалм. Блин, он успел. Ну, как-нибудь забрал. Я бы его забрал бы как-нибудь, если получилось бы. Ремкомплект. Ну все, давай, уничтожай его. Все, я прожарил. Танк вражеский. Так, возьмем арахнида. Ой, арахнидикам пойдем уничтожать всех. Так, потратил я все деньги. Но еще нужно много-много денег на прокачку различных танков. О! Вот это мощь арахнида. Ребята, не обновляйте игру. Потому что после обновления арахнида пофиксят. Пофиксят его силу. Пока арахнид очень-очень мощный. Да ё-моё. Пару ударов. И все танки вражеские. Давай эту волну тебе. Нет, волну не получилось. Как же ж тебя убить-то? Есть попадание. Арахнид очень-очень-очень сильный. Во. Следующий. Фига. Фига, какой мощный арахнит. Я даже сам не знал. Так, лазерная пасть. Давай, сейчас мы его уничтожим. Во, попадание идет. Хорошо, хорошо. Давай, ей сюда. Тыш, 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 тыш. На тебе, все. Stage Cleaner. Так, ладно. Подлечились мы. Угу. Смотри, пару ударов, и они уничтожаются. Кто бы мог подумать. И много монет мы зарабатываем еще, кстати. Так, главное вот этого... Блин, вот этого надо было уничтожать. Первым. Ловушку. А потом вот этого. О, Катюша, Катюша. Давай, давай, давай. Едь сюда. Все, идем дальше уничтожать всех. Так, надо было этот дрона бы уничтожить. Блин, у меня, видишь-то, не поднимается штучка. Дуло. Танка. Опа. Но арахнит, он стреляет именно лазером. Лазерный такой вот арахнит. Намного сильнее Титана даже. Да, Титана такой, я не знаю, способен или нет. Но арахнит вообще очень мощный танк. Кстати, я его еще могу прокачать. Ну, денег пока сейчас насобираю. И его прокачаю. До максимума. Эх, 500. 460 монет. Ага. А надо 2000 где-то. 2000 монет. Так, есть один дрон. Второй дрон уничтожен. Идем дальше уничтожать врагов. Скоро будет еще у меня босс. Давай, 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 Катюша. Хитрая такая. Так, красный танк. На тебе. Подожди, у меня же этот есть. Во, луч. Луч смерти. Во. И у нас вообще жизни мало. И мы должны убить как-то созерцателя. Ну, я думаю, это будет несложно. О, нет. О, да, я его уничтожил. Блин, я боялся, что меня убьют. Но нет. Так, подлечились мы. Так, есть у нас.
немножко здоровья. И мы с помощью вот этого здоровья будем уничтожать других. Так, давай сразу луч свой. Мощный, хотя поспешил. Поспешил, ребята. Надо было вот этих дронов его использовать. К сожалению, у меня больше нету. Так, их уничтожить. Ну, попробуем. Ай, ты, вонючка, в меня не стреляй. На. Ох, ты, два дрона уничтожили. Здоровски. Вот этого еще надо уничтожить, дрончика. Ох, ты, высоко поднимаешься. Есть. Не знаю, засчитает или нет, конечно. И 636 монет заработали.